хочется поздравить вас с такой замечательной и очень долгожданной победой. Мы все болели, вся наша страна болела за вас. И ваша победа принесла всем болельщикам ЦСКА, всем российским болельщикам огромную радость. Поэтому от лица правительства хочу сказать вам огромное спасибо. У меня уже была возможность поздравить вас лично, каждого игрока, тренера. В этом сезоне, который был очень непростой, и дорога в финал четырех не была по ковровой дорожке выстелена, вам пришлось потрудиться и в регулярке, и в плей-офф, доказать, что у вас есть характер, не только мастерство, но и характер. И этот характер прекрасно сработал в полуфинале и в финале. Мне кажется, в этом сезоне профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА доказал, что и игроки, и тренерский штаб, и менеджмент, и офис клуба все сработали на протяжении всего сезона как единое целое. И на пути к главной цели, вопреки многим прогнозам, вы добились очень красивого такого волевого результата, о чем, кстати, было сказано в поздравительной телеграмме президента. On behalf of the team, I just want to say thank you very much for the honor for being here today. It's a very special honor. It's very special for us, and we are very proud as a team, as a club, to represent Moscow and represent the country of Russia, not only in EuroLeague but all of Europe, to be champions. And like I said, not only is our team considered champions, but we consider everybody here and everybody that represents our club champions as well. Thank you. Первые эмоции – это большое счастье, особенно когда ты ждешь и долго этого события. Вы знаете, есть высшая справедливость. Вот такие труды, такие усилия, такая воля, такой характер обязательно должны были привести к победе. И, конечно, мы все радовались, прыгали и были просто в эйфории. Я, пользуясь случаем, хочу отдельные слова благодарности высказать нашим болельщикам, болельщикам ЦСКА, которые поддерживали нашу команду и там на месте, и здесь, и вообще по всему миру. Мы чувствовали эту энергетику, этот позитив, и он нам дал силы, и команда наша победила. Приятно выигрывать. И все вот это поздравления, церемонии, эфиры, интервью – это приятная часть победы, любого успеха. Не будем скрывать, получаем удовольствие. Колоссальное количество СМС, действительно, отвечал пару дней, постарался, по-моему, никого не забыл, всем ответил. И приятно, что пригласили в этот особняк старинный. Я здесь был в 2007 году. Когда здесь чествовали обе наши сборные, мужскую и женскую, которые выиграли чемпионат Европы. И вот видите, прошло столько лет, и снова здесь, снова приятный повод, уже клубный, ЦСКовский. И здорово, что выиграли, и то, о чем говорили все поздравляющие. Приятно, что ЦСКА сделал много людей счастливыми в этот день, и это счастье, оно продолжается. Мы продолжаем плей-офф ВТБ, но при этом чувствуем себя счастливыми. И, ну, что, хорошо, здорово.